Здравствуйте. Когда мы приходим выбирать семена, все знают, что семена продаются как в красочной, так и в белой упаковке. Есть ли разница между качеством семян в красочной упаковке и в белой упаковке? Сначала поговорим о красочной упаковке. Вообще, красочная упаковка – это защита семян от подделки, к которой прибегают производители для того, чтобы кто-то не подделал их семена. В красочной упаковке обычно продаются дорогостоящие сорта и гибриды. Когда упаковка дороже, чем семена, которые в них находятся, нет смысла и фальсифицировать вот такую упаковку. Но красочная упаковка тоже должна иметь определенные свойства. Во-первых, должна быть хорошая бумага. Во-вторых, должна быть хорошая печать, чтобы не было ни расплывчатых здесь никаких рисунков. И смотрим, вот эти вот надписи должны быть сделаны не типографским способом, а должны быть нанесены вот именно вот такой вот сделаны печатью, синей печатью. Есть ряд сортов, которые, скажем так, недорогие. Например, всем известный нам огурец Нежинский или капуста Слава. Это уже устойчивые сорта, которые дают много семян. Вот такие сорта недорогие. Многие производители расфасовывают еще и в белую упаковку. А вот дорогостоящие сорта, например, какие-то авторские сорта и гибриды, в дешевой белой упаковке вы не увидите. Смотрим на белую упаковку. Белая упаковка также должна быть в хорошей качественной бумаге. Это не простая такая вот серенькая бумажка должна быть. Обязательно должны быть написаны все данные о производителе. Обязательно должны быть написаны реквизиты производителя, вот его адрес. И обязательно должен быть указан срок реализации. На другой стороне пакета должен быть дан анонс того сорта, который здесь находится. И обязательно должен быть дана партия и какой вес. Если вы покупаете пакет, который склеен кустарным образом, на это нужно обратить внимание, потому что производитель склеивает вот таким ребристым способом свои пакеты, а если это кто-то нафасовал помимо вот официального производителя, они могут просто вот так клеем заклеить пакетики. Существует мнение, что в белых пакетах продают некачественные семена, а в цветных пакетах продают качественные семена. Это не так. Семена в белых пакетах ничем не хуже по качеству, чем семена в цветных пакетах. Просто, еще раз повторюсь, в белых пакетах продаются более дешевые сорта. Надеюсь, наши советы помогут вам разобраться с белыми и цветными пакетами и не затрачивать лишних финансов на покупку семян.